Активисты Одинцовского отделения «Единой России» оценили состояние детского игрового комплекса во дворе дома номер 50 по улице Говорова в Одинцове. Особое внимание уделили целостности покрытия, состоянию элементов крепления игровых конструкций и содержанию прилегающих территорий. Недостатков не выявили. Отдел комплексного благоустройства территории администрации Одинцовского округа взял на контроль факт отсутствия песка в песочнице. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Городская среда» и отработки наказов народной программы.